специально для вас залез на большое дерево и спас от псиц две прекрасных ветки сорта черешни Драгана, желтая. Что можно сказать про этот сорт? Сорт уже давно старый. Я его постоянно искал и думал, где его найти. А когда-то давно на этот участок, лет 25 назад, мы с отцом привезли дерево желтой черешни в смеси других сортов. И совершенно случайно идентифицировали этот сорт, видели такие же деревья на других участках, в институтах, на сортоиспытательных станциях. И определили, что у нас есть такое дерево, той самой драганы желтой. Черешня очень крупная, средних сроков созревания. Даже немножко такая, чуть ли не поздняя. Может хорошо храниться. В литературе описывается, что после длительной заморозки может подтрескиваться. Но мы проверяли, все отлично. Если собираешь правильные сроки, кожура плотная, мякоть мясистая, крепкая. И в принципе холодильник она прекрасно переживает. Можно есть и свежую, и немножко придерживать, потому что структура ягоды позволяет это. Дней 5 в холодильнике мы ложили, спокойно лежало. Раньше птицы этот сорт не замечали, вообще не ели. И поэтому мы держали дерево, хотели прям на ветках снять эту всю бездну желтых ягод, но у нас не получилось. Какой-то один прекрасный день прилетела холодная стая птиц и все забомбило. И осталось вот этих две чудных ветки. Вот мы вам сразу показываем эту ягоду. Обратную сторону листьев не будем показывать, выглядит после птичек неприглядно. А вот внутренняя сторона вполне симпатична. Посмотрите, какие крупные плоды. Руку 6 ягод помещается. Вот. И необыкновенно вкусная. Она не сладко-приторная, она такая сочная, правильная. То есть для тех, кто страдает какими-то заболеваниями, связанными с сахаром, то это точно не угроза, потому что она такая прям насыщенная, вкусная, плотная. Ну просто супер. И вот по сортам, поверьте, сколько я не видел желтых черешень, крупнее этой пока я в принципе не встречал. Есть еще у нас сорт подснежник, мы вам попозже покажем его. Вот. Он абсолютно поздний, еще недели на 3-4 позже этой. Но это будет, может, в следующем году. И в этом году не знаю, если у нас ягодка будет на питомнике, мы вам покажем. Она еще даже чуть покрупнее. Вот так.